У буйных пунктах пропуску гомельской мытни выделить особные коридоры для тех, кто будет ехать на другие европейские гульни. Об этом поведомило керавництво ведомства на пресс-конференции. Спортивный форум континента пройдет с 21 по 30 червня у Минску. Державный мытный комитет и гомельская мытня створят максимально сприяльные умовы для пересечения мяжи. Особные коридоры для бесперешкодного перемещения людей и товаров заявятся у Новой Гуте, Новой Рудни, а так само у аэропорте Гомель. Для худкого ориентования коридоры отповедно позначить. Мытные операции на выделенных потоках будут изъясняться у спрошенном порядку.